Действительно, не только для Дальнего Востока, но они и по всей стране. Мне кажется, вот для Амурской области конкретно так. Мы качественно готовим выпускников в школу, и наша статистика говорит, 30% ежегодно на крыло и в центральные вузы страны. Но при этом у нас есть хорошие вузы, ну и вообще организация профессионального образования, это и среднепрофессиональные, и высшие учебные заведения, как в Амурской области, так и на Дальнем Востоке, где бы мы подготовили специалистов конкретно для экономики нашей области.